בוקר טוב שם עליכם, פרו על הלכות נסיבוני, נעשו שדברי תורה אלה נשמעת ומחימים וכולם, אבי יתר, שמים ומחימים ואורחי בן תלפו, להשכת המצרו ופרטו מצרו נשמע לעבור את זה בעולם. רחת שלווה כתורנו פלוח ענה שבת, יבין נשתו הפסנת לאיבו ז'יזני, שלק הבאזן לעניבו הסקוורנית שבת, פזמנית, סקודה необходима, לתור שלו פריח לסקורי פומש, יבו ספסטי. И это для этого не нужно искать Гоя или взять маленького ребенка, которому меньше 13 лет, чтобы он это сделал. А даже самый большой раввин, какой бы выдающийся мудрец он не был, он должен сделать все, чтобы этому человеку, чтобы этого человека спасти, чтобы его спасти. И даже если после этого ему стало легче, пока скорая помощь приехала, он уже пришел в себя, и даже эта скорая помощь ему не понадобилась, все равно это не считается нарушением шаббата. И человек, который позвонил в шаббат для того, чтобы вызвать врача или скорую помощь, он не должен взвешивать свои слова, думать, мне нужно сказать как можно меньше, чтобы поменьше нарушить шаббат и так далее. Говорит Алаха, все, что необходимо сказать, все, что необходимо сделать, нужно сделать без каких-либо ограничений. И потом можно выключить телефон, что если потом будет дальше врач звонить, узнать адрес и так далее. Все, что необходимо сделать для опасно больного человека, нужно в шаббат сделать без каких-либо ограничений. И это не считается, что человек, который это сделал, он нарушил этим шаббат. Даже то, что мы продолжим на следующем занятии, Баруха Адонай Леолам. Амин ве амин.